Республиканский конкурс чтецов Корана впервые проходит в Петропавловске. Главный приз состязаний – 1 миллион тенге. За него в течение 2 дней будут бороться 32 кари. На конкурсе побывала Гульнара Кали. Данный конкурс посвящен столетию со дня рождения нашего земляка. Кари Габдулбари Тулигенуле. Он был одним из почетных чтецов Корана Северного Казахстана. Он был тоже хафизом, то есть тоже наизусть знал Коран. То есть в нашем регионе в то время, в советское время, вот это было очень тяжело, чтобы сохранить свою религию, то есть распространять. Он был из тех, кто распространял ислам, чистый ислам. Оценивать конкурсантов будут учителя ведущих духовных школ Казахстана, Кыргызстана и даже Египта. Последнюю страну представляет преподаватель университета исламской культуры Нур Мубарак, доктор Гимат Мухаммед. Все 32 конкурсанта наизусть читают 114 сур священного Корана. Это более 600 страниц. Нашу область представляет 15-летний Умар Амиршоев. Основы ислама он учил с 5 лет в медресе Саудовской Аравии. Хочу, чтобы заново идти в Саудовскую Аравию и учиться дальше там. И перевод хочу знать. Знания Корана у участников проверяют в разброс. Им дают строчку из священной книги, и они должны продолжить ее. Это один из этапов 2-дневного конкурса чтецов. Кстати, возраст участников от 13 лет. Каждый из них, безусловно, талантлив. В детстве мечтал, ну, как ребята читают, и тоже захотел. И по воле Аллах выучил Коран. Учился в Пакистане 6 лет. Там есть специальные медресе. За состязанием наблюдали десятки верующих североказахстанцев, ведь Коран – это священная книга. Согласно исламу, представляет собой свод откровений, произнесенных от имени Аллаха пророком Мухаммедом. Знать наизусть – это большое дело. Вот все собираются на Северный Казахстан, это и есть большое достижение, большая мечта, как говорится. Мы гордимся о том, что именно соревнование Кари проходит на Северном Казахстане. Стоит отметить, обладатель гран-при получит денежное вознаграждение – 1 миллион тенге. За первое место – 750 тысяч, второе – 500 и третье – 300 тысяч тенге. Имена победителей будут известны 23 октября. Ксения Куценко, Гульнара Кали, Арман Жамангузов. Новости МТРК.